Подарки другим сменам тоже есть. Теплые вещи, это еда в дорогу, расческа, зарядник. Ну, то, что может пригодиться на поляне. К поездке на Иволгу участники подготовились основательно. В ожидании отъезда знакомятся и делятся эмоциями. На форуме им предстоит провести 10 насыщенных дней. Ты предприниматель, медиаволна, культурный бум, самарской делегации, представители всех смен. Но большинство предпочли политику. Многие на Иволгу едут в первый раз. Еду в первый раз. Как-то не складывалось до этого. Сейчас вот наконец-то все сложилось идеально для того, чтобы поехать и представить свой проект. Потому что мне кажется, что развивать творческий потенциал районный очень важно. И мой проект касается как раз этого вопроса. Придумали классный проект, мне кажется, он имеет место быть, такого нету ни в мире, ни в Самарской области. Вообще на планете Земля нет такого проекта, и мы думаем, у нас есть шанс получить грант, выиграть и реализовать его. Я ожидаю опыта, знакомства с людьми, там будет много обучения, то есть новой информации. В этом году делегация из Самарской области самая многочисленная. Представлять регион на форуме будут почти 700 человек. Ребята уже, скажем так, настроены на позитивной волне. Все готовы к новым знакомствам, к новому общению, да, к защите своих проектов. Уже многие спрашивают, все ли готовы к приготовлению. Да, я сама уже была на поляне, уже все готово. И мы, соответственно, ждем того момента, когда мы отправимся и приедем на саму поляну. На форум участники отправляются специальным поездом. Конечная станция Иволга. На Мастрюковских озерах участников ждет торжественное открытие форума. К открытию 5-й юбилейной Иволги уже все готово. В этом году форум собрал более 2000 участников со всей России, а также из 19 стран мира. Ключевой станет тема экологии. На Иволге представлено 10 смен, в том числе международной. В течение 10 дней участники будут проходить обучение и защищать свои проекты. Общий грантовый фонд в этом году составит 8 миллионов рублей. В юбилейный год на Иволге принципиально новый подход к образовательной программе. Теперь участники будут не только развиваться в выбранном направлении, но и налаживать взаимодействие между сменами. Если они едут на смену спортивная молодежь, они в основном получают знания в сфере физической культуры, спорта. Но мы понимаем, что у нас есть смена, например, поколения добра. И как раз-таки тема пересечения двух смен спортивной молодежи и поколения добра – это предстоящий чемпионат мира, формирование волонтерского корпуса на данное крупномасштабное спортивное мероприятие. То есть вот раз площадка пересечения, где участники вечером смогут повысить свои компетенции в рамках данного направления. И такие же у нас пересечения по всем сменам тренинговой программы нашего форума. Также на Иволге состоится множество культурных и спортивных событий, в том числе мастер-класс по парашютному спорту. Завершится форум 24 июня. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События.